Совсем не детские ошибки совершают некоторые водители на дорогах Иркутской области. Если одни делают это, что называется, неумышленно, то другие игнорируют правила, чтобы сэкономить время или насолить соседу по потоку. Несколько примеров того, как не нужно ездить за рулем, ждет в нашей традиционной подборке нарушений. Зеленый сигнал светофора не дает никакой гарантии безопасности на пешеходных переходах, особенно если по улицам города ездят вот такие водители. Владелец серой иномарки нагло проигнорировал красный сигнал светофора и людей на зебре. Шофер, не сбавляя скорости, продолжил свой путь, чем не на шутку напугал пешеходов. Потрепал нервы водителям владелец черного внедорожника. Он так же, как и предыдущий автохам, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал прямо на перекресток. Повернуть налево сразу нерадивому шоферу помешал только поток машин, которые ехали по правилам. Тем не менее, дождавшись возможности, он все же нарушил правила дорожного движения. Еще одно нарушение попало в объективы видеорегистраторов на одной из кольцевых развязок Иркутска. Правила гласят, что у человека, который находится в радиусе, преимущество, и ему должны уступать. Но два водителя не считают нужным соблюдать эти требования. Один шофер нагло подрезал машину с регистратором, а второй, без тени сомнения, поехал следом. Что сказать, дурной пример заразителен. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео, самые интересные покажем в эфире.